Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Mass Effect 3. Ну что же, нам испортили, блин, отпуск. Какая-то непонятная террористическая организация, которая пытается нас убить. Мы пытаемся добраться до безопасного места и уже встретили по пути Лиару. Замечательно. Поэтому ей надо прокачать очки. Нашему отряду. Да, в принципе, у нас тоже есть очки, отлично. Развернуть осколочно. Повышает урон на 30. Радиус ударно. Вот я тут возьму радиус, потому что гранаты вещь бесполезная. Так, ну а дальше требуется 5. Хорошо, у Лиары что? У нее аж целых 11. Давайте я до конца прокачаю, наверное, стазис. Можно использовать 2 умения подряд, при этом первое с 30% вероятностью не потребует восстановления. Да? Давай вот этот возьмем. Стазис-ловушка будет удерживать врага, которые в него попадут. А здесь... Урон, наносимый цели до разрушения поля стазиса, цели получают на 35% больше урона. Ну давай пузырь. Посмотрим хотя бы, что за пузырь. Вроде пока все. Единственное, да, давайте я, наверное, еще поставлю криопатроны в конце-то концов. Ну давайте смотреть. Сижен герой. Всегда хотели встретиться с опасностью в своем собственном безопасном... Аэрокаре, желаете следовать бесконечное очарование неизвестности и быть дома к ужину? Положитесь на Сижен Герой. Сильный, бесшумный, всегда готовый к сражениям на самых популярных улицах города. Вздохните легко, Сижен Моторс. Снакл Веннер, управляющий Сижен Моторс. Так, а что здесь? Сижен Храбрец. Ищите что-то особенное? Что-то такое, от чего даже ваши соседи Азари обзавидуются и призеленеют? Сижен Храбрец, большего вам не нужно. Эта суровая красота не просто способ попасть с одного роскошного приема на другой. Это возможность заодно окунуться в море восхищенных взглядов. Лучший выбор в нашей вселенной Ильяне Снакл Веннер. Снакл Веннер, управляющий Сижен Моторс. Ну это получается у нас тут тачки продаются. А чё, сюда не канает? Поддержан автомобиль. Так, Сижен Крепыш. Собран вручную в промышленных резервуарах, наполненных фильтрованной родниковой водой, поставляемой из чистейших ледников Имении. Сижен Крепыш не просто машина, это выбор всей вашей жизни. Сижен Моторс гарантирует. Снакл Веннер, управляющий Сижен Моторс. Окей, это мы изучили. Оба-на. Замечательно. Так, ну давай сюда заглянем, посмотрим. Оу, нельзя зайти? Да? Жалко. Обидно немножко. Так, ну давай тут просмотрим, что есть. Что, ничего нету, что ли? Странно. Странно. Ага. Это нам туда и надо. Ничего нету, что ли, больше полезного? А что, про эти тачки почитать нельзя? Только про поддержанные. Ну, нет так нет. Да куда ж ты, ну... Да отцепись ты. Так, что тут было у нас? Терминал. Деньжата. Ну что, готова, Ляра? Stand back. One moment. Hello. Could you please open the gate? Thank you. Please leave.
Well, I could have done that. Да, я тоже так могу. Вежливость — это правильно. Только, правда, сейчас полезут козебяки. Нет, по-моему, СБЦ. Нет, нифига не СБЦ. О! Здоровяк наш Кроган. Здорово, Рекс. Оу, бамс. Да, круто. Повоюем. Выпни их всех нафиг отсюда. Rex, what are you doing here? Just butting heads with the council over Krogan expansion. О, спасибочки. Да я тут никого не вижу. Да что-то как-то толк от него никакого нет. Да куда ж ты, Шепард? Где ты? Yes and no. Да, окей. What? A little busy right now. Right, sorry. We'll be there soon. Almost there, Commander. Hang on. No. Да сколько тут вас может быть-то, ну? Так, главное, чтобы не сзади. Ну, они как-то посильнее стали тут. На тебе в голову. Козебяка. Да вы что, бесконечный поток, что ли, тут вас, ну? Понятно. Да подожди ты, ну. Валю, валю уже к шаттлу, валю, валю. Где шаттл? О! Отлично. А я тут стреляю по полной. Думаю, когда не хочется-то. Someone want to tell me what's going on here? Who were those mercenaries? They were heavily armed and using C-Sec shuttles. I don't know. I've never seen them before. I can't believe you survived all that. They had guns and grenades and those drone things. It's all right. I'm calling Commander Bailey. See what's going on with C-Sec. Okay, that sounds... Wait! Wouldn't that just make whoever you contact a target too? She's right, Shepard. Until we know more, it's a huge risk. Okay. For now, we run this ourselves. Right. Ourselves. On our own.
outside the law. Okay. Yeah. Brooks, it's okay. I know this is a lot to deal with. I got shot. I got medigel, but still, I took a desk job explicitly to not get shot. And you killed 100 guys with a pistol! Well, yes, that did happen. I mean, who does that? Well, you, I guess. But besides you, they said the medigel might make me jumpy. Do I seem jumpy? What did you get mixed up in this? I monitor data for Alliance Intel to prevent fraud and hacking of officer IDs. Like, someone using an Admiral's pass to get into a nightclub on the Citadel when that Admiral is fighting on Tuchanka. I wrote a tracking program. It's really neat. I named it Mr. Biscuits, after my cat. Brooks. Right, sorry. Anyway, my program detected a breach in your classified files. Soon, everything we had on you was compromised. Personnel files, mission reports, everything. Since when does hacking personnel records involve heavy weapon fire? Think of what criminals could do if they had Shepard's military access codes. Or Spectre codes, even. Explains why they need you dead, Shepard. Nothing to stop them till the damage is done. Okay. Let's figure out who they are and shut them down. Ideas? Maybe. That pistol you picked up. For such a tiny thing, it packs a punch. Never seen anything like it before. Nor have I. Let me see if I can dig something up. Well, you can try, but I should warn you, I haven't found anything yet, and I've been digging pretty deep. I'm sure you have. Glyph. Collating relevant intel for review, Dr. Tassoni. Thanks. All right, Liara's on point. What about the rest of the crew? Yeah, what about those slackers? Joker, you've been busy. I found some folks who actually like being shot at. Permission to come aboard, Shepard? Да, пожалуйста. Приглашаю всех в гости. Так, поговорить с членами отряда, ладненько. Основная цель. Узнать о заговоре, цитадель кража личности. Так, ну-ка посмотрим. Лиара расследует действия группы, подозреваемых в краже личности и покушении на убийство. Поговорите с ней, когда она будет готова. Ну, хорошо. Так, это сделаем прочитано, чтобы у нас не висело. Значит, с командой поговорить? Да я без проблем. Начнем с Джокера. Okay, later, when this is over and everything is settled, we are gonna talk about this bait thing. Он до сих пор злится. Блин, на Джокер, да хватит тебе уже. Все же было под контролем. What's up, Commander? Back during my pilgrimage, I used to walk around near that sushi place and watch the fish through the window. I knew they'd never let me inside, but I think to myself, someday, when I've proven my worth to the galaxy, I'll go there for dinner. And then you broke their floor. Do they even have food you can eat there? Not the point, Shepard. Блин, еще одна по поводу аквариума злится. Блин, ну я же не специально. Это же не я стрелял по аквариуму, а они. Hey. Хватит уже на меня-то злиться, я тут ни при чем. Glad Liara's on this. If anybody can sift through a mountain of boring stuff to find that one critical clue, it's her. Hey, Shepard. Это да. Это только она и может. Лучше всех. Nothing beats having a Krogan bodyguard, huh? Had a buddy like that once. No, not so much a buddy, really. More of a prisoner who helped us. It's a long story, man. Anyway, Brooke, she's kind of cute. Think she's on the market? Да я понятия не имею. Shepard. 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 А чё вы вместе с Джокером не сидите? The restaurant attack has made the news. Civilian casualties seem to have been restricted to... Да ё-моё, что ж вы так к этим рыбам-то привязались-то? Возьмите у меня в аквариуме рыб. Hello, Shepard. Что ж такое-то, а? Рыбок им, блин, жалко. I'm glad you made it out of that ambush, okay? None of us saw that coming. But lesson learned. Never have dinner with Joker. It won't end well. Да, Джокер здесь ни при чём. Glad you're okay, Shepard. Ага, сообщение есть. Ну, давай почитаем. Не понял.
А моргало же, что как будто сообщение есть. А сообщения никакого нет. Странно. Ладно, а тут тоже модели кораблей, только сейчас заметил. Да, действительно. Две модельки, даже три модельки корабля. Цитадель и еще какие-то два. Ясно, ладненько. Так, с кем тут еще можно побазарить? Ну, с вами-то понятно. Ладно, ладно, ладно. Так, а где Гарус-то? Гарус, наверное, на втором этаже. Да, Гарус? Гарус, ты тут не в душе? А то испугаюсь, как тебя голову увижу. Вот и Рекс. О, Явик. Commander, in my cycle, when we fled combat by falling through tanks containing aquatic animals, we usually... Oh, right. We never did. Да что же вы все прикопались к этим долбанным рыбам? Да что мы... Такое-то, ну... В конце-то концов, совесть имейте. Bet you never saw a shuttle get taken down like that before. I still got it. Thought we were done with all the shooting on the Citadel after Cerberus messed the place up. They must want you bad, Shepard. Price of fame, I guess. Shepard? Да, атаковаться на славы. Кто-то найдется, кто будет против тебя. Так, это все не то. Не понял, а что, Гаруса нет, что ли? Алло, а где Гарус? Да зайди ты, ну. Нету здесь Гаруса. Вот это интересно. А что, без Гаруса мы сегодня? Странно. Так, ладно. По поводу модификации оружия. Так, посмотрим чекромет, если он здесь вообще. Да, вот он чекромет. Вес, меткость, урон. Ну, посмотрим, что вообще из себя представляет этот чекромет. Так, у меня есть по снижению веса, да, у меня есть по снижению веса, а здесь... Что у нас там по урону есть? Ну вот, в принципе, добавляет урон. Но вместительность у него меньше. Ну, посмотрим, что из себя представляет. Так, а здесь новый. Вот это я тебя, наверное, дружище, и оставлю. Вещь классная. Только есть ли у тебя по снижению веса? Есть, отлично. Так, ну и что у нас тут еще есть? Урон. Меткость. Да меткость, в принципе, ему не занимать. А вот урон. Но добавляет немножко веса. Но урон выше. Так, ну и что, и снайперку поставим. Да. По снижению веса есть? Есть, но это, блин, ничего не даст. Вес слишком большой. Слишком. Ну, попробуем без снайперки. Если что, то я лучше потом обратно поменяю место чекромета. Поставлю саблю. Так, ну и получается, Гаруса-то у нас нету. Действительно. Гаруса я что-то не нашел. А, вот он, Гарус. Здорово, Гарус. So, what was it, Shepard? 5 minutes before someone started shooting at you? On the other hand, we get this cool secret hideout to hang out in. Unless the bad guys look in the window. How's it going? Да пока нормально, если бы не покушение. Весь отпуск мне обосрали, представляешь, Гарус? Так хотел отдохнуть, расслабиться. На тебе, отдохнул. I'm gonna have to write a report about getting shot. I hear those are really complicated.
It's faster if you make a template. I think maybe you get shot too much. Это да. Много раз. I'm watching Dr. Tassoni work. It's inspiring. I'm watching Dr. Tassoni work. Ясно. Ну, давай говорить. I've made some progress. Would you like me to call the meeting? Начнем. Do it. We have a lead. I called in some favors to run a trace on the gun. It led me to a casino owner named Elijah Khan. He's been suspected of using his profits to smuggle weapons onto the Citadel. Immediately after the attempt on Shepard's life, Khan made an interesting call. I'm cutting you off. I'm returning your down payment now. What's the problem? Turn on a vid screen. When I sell a gun, I don't want it showing up on the nightly news. You won't be linked to me. Save it. Our association is terminated. And if you even think of coming after me, I've got info on you ready for prime time. So you ponder that. Khan out. So that's our identity thief. Looks like he's got an ID disguise, sir. Those things are a pain in the ass to get around. Did you get anything on the mercenaries who attacked us? They're a private military corporation called Cat Six. As most of you know, Cat Six is an Alliance nickname for dishonorable discharges. Many have criminal records, histories of steroid abuse, and other charming features. No doubt hired by the thief, not by Khan. That phone call was pretty damning stuff. How'd you get it? It involved the weapons biometric data, Solarian intelligence, and a Hanar prostitute with camera implants. Seriously? No, but the truth is boring. Скучно, ладно. Khan didn't sound friendly to whoever that voice was. Maybe he'd pass on that info to us. That would take some extremely smooth talking. If he sees you, he'll probably assume you're looking for revenge. The casino has a panic room. Chances are he'll have gone to ground there. Edie can give us programs to hack the door, but the cameras and guards complicate things. Yeah. Khan could disappear, or worse. If his guards ever open fire, normal people could get hit. Like I did. She's right. We can't risk spooking him. We go in quiet. Small team. No gunplay. Dr. Tassoni, this evening the casino will be hosting a charity event to assist war refugees. Purchase some tickets, Glyph. Then call up a layout of the building. Score! So, how close can you get? You don't usually put a back door in a panic room. This air shaft bypasses the security gate and ends up in storage. From there, the panic room's door camera can be disabled. Too convenient. There's gonna be alarms all over that shaft. I believe I have some countermeasures that may help. I'll know more once we're inside. Who will go in this shaft? They need to be small in size. Yeah, that's not me. Too many snacks of roast Farron leg. I suspect my suit's built-in tech would be picked up by security sensors. My presence in the casino would arouse suspicion. Mechs are not allowed, since they can have cheating software. What you need is somebody trained in zero-emissions tech. No electronics, no metal, just undetectable polymers. We had a course back at Opint, disabling a bomb with these little tweezers. See, the bomb was filled with shaving cream. All right. You're in. What? No! What? You said it yourself. We've all got too much tech. But I managed to get shot just coming to talk to you. Now I'm supposed to hack my way into a safe room? Ну, одна ты не будешь. We'll be backing you up. The second you hit something you can't handle, we'll cover you. If that's settled, it looks like there's one last hurdle to get us inside. Which is? Black tie required. Да? А, то есть мне надо кого-то взять с собой. Одного или двоих? Ну, внешность я не меняю ей. Так, если я возьму Лиару. Да, то есть получается кого-то одного. Ну, давайте с Лиарой походим пока. Commander,
Keep dressing like that, and you'll have to catch me when I swoon. I might do more than catch you. How are you so calm? Well, you did run under a reaper while it fought a thresher maw, so this is no big deal for you. Relax, Brooks. Right. Okay. On it. Ну и? I'll get to the ventilation shaft. Wish me luck. Ну, удачи тебе. You have any input? Khan has a lot of surveillance set up. I'd mingle with the guests if you want to look normal. Okay, Liara. Time to meet the riffraff. Ну окей, пошли. Так, общаться. Ну, пойдем пообщаемся. What are you having? Nothing too crazy. I want to be able to walk a straight line. Thessian Temple coming up. Are Asari drinks usually mild? Not all of them. Mr. Khan had us put out some gelatin shots earlier. Also Asari, they kick like a shotgun. Ну и... Evening, officer. Sir. Commander, I'm upstairs by the grate leading to the shaft, but there's a problem. Can you meet me? А куда подойти? Наверх. Ну, пошли наверх. Ага. Okay, right. Just like we thought. There's an alarm on the grate. We'll have to bypass it. Use this. It's a resonance emitter lens. It should let you see security grids and wiring. Good. I'll follow the wiring to a junction box, splice it, and disable the alarm. Yeah. Fingers crossed. The lens is working. Good. Follow the blue wiring. In case it needs to be set, don't try to bypass a camera while you're being watched. Ладненько. I see a junction in the wall, but there's a camera watching it. Shepard, I'm sending a hack to your Omni tool. It will fool the camera, but it'll self-delete after a few seconds. Got it. Да? И что надо делать? Так, камеру обойти, а потом получается сюда. И... Ну. The splice is in. Good. I've got the grate open, and in we go. Act casual. This could take a while. Так, ну давай пообщаемся просто. О, потанцуем, Ляра. О, давай, зажигай. Тряси бедрышками, тряси. Пока танцуем, можно смотреться. Дун-дун-дун. Глаза у него такие стали, как у кошака, желтые. Или на этого, на Геральта похож с глазами ведьмака. Ну и чё? Нам надо ждать? Не, ну танцы это более приятная вещь. Well, some adventurous souls are trying the mind fish. It's what Hanar like to do instead of alcohol. Huh. I guess since they're mostly water, the dehydration would be bad. Right. So there's this fish with hallucinogenic skin oil. Gets Hanar buzzed right up. What happens if humans eat it? Way more potent. And it releases into our system slowly. Best to clear your schedule for the entire weekend. Да? Мощная вещь? Так, ну, в принципе, нам, получается, полезло уже. Решетка закрылась. Ну, потанцуем еще. Ну и? Она что-нибудь скажет вообще или нет? Сколько ей там еще ползти?
меня просто ничего же другого нету, задания никакого. Торговец оружием Лан Джахан устраивает в своем казино благотворительный прием. Используйте Брук, чтобы обмануть охрану и проникнуть в его убежище. Ну окей. Просто сколько тут можно танцевать-то? Пошли вниз, наверное, мы туда сходим. Посмотрим, что там происходит. Что такое? There's a guard right below me. Don't panic. I'll get his attention. Как? Кого надо отвлечь? Тебя? Excuse me. I think I saw someone doing drugs in the men's room. I see. Were you able to identify the substance used? Red sand. Dispatch, we've got a sand tripper in the bathrooms. Have they tried to compromise the games bionically? Unknown at this time. Moving to confront. Send backup. We're taking care of it, sir. Appreciate the help. Ну давай, иди. Have a good night now. You're clear, Brooks. Thanks, Commander. I'll see if I can get to the panic room. And I'll get back to blending in. Slow and steady. We'll get to Khan. Где еще можно смешаться? Общаться. So, to sum up, tomorrow starts with the Help a Dream Foundation, then its blood drive, refugee camp, and hospital tour. Hmm. Sounds like you turned pro. I try. Ms. Rios believes we have an obligation to the less fortunate. Of course. So how are you liking the party so far? There's a party? Ну, вообще-то, наверное, да. Все-таки вечеринка. Как ни крути. Но играть в казино я не буду. Вот потанцевать было, да, это вещь. I feel so bad for the humans. Ё-моё, я прям под камеру встал. I have a place to stay now, but thanks. So you had nothing before that? Oh, how brave of you to endure, dear. The humans are so resilient. Like that phrase of theirs, stiff one in the lips. Фух. Так, а что здесь у нас? Не знаю. Не получается ничего там сделать. Ну, что тут там уже, ну? Куда добралась? Скажи мне. Ну? Follow the red wiring. Замечательно. Иди по красному. Благотворительный вечер. Иду по красному. There's a junction by the roulette wheel. Suspicious activity. My floor. A guard spotted me. If you act normal, hopefully he'll move on. I love roulette. Every minute is more exciting than the next. Should I point out the flaw in that statement? Oh, are you like one of those detail people? Come on, even diamonds have flaws, but that doesn't make them less valuable. Miss, where exactly were you educated? Oh, online. You can take these courses, and it teaches you responsibility because you do the grading. Ну и куда он ходит? А, там еще один охранник у нас. Suspicious activity. My floor. A guard spotted me. If you act normal. You, tough guy? Perfect. I need an opinion on something from a B-list. Блин, не получается пройти. Houses with retractable roofs. Still in or too common? Давай. Назад. Попробуем тогда, получается, найти другой красный. Ролан Кварн.
Так, ну тогда пока с тобой говорить я не буду. Пошли искать еще красный. Ну и? Мы в тупике, да? Замечательно. Так, с красного здесь наверху нет. Нет, красного наверху здесь нет. Получается, только там, где охрана. Evening, officer. Sir. I'm at a junction. There's a camera and a guard. I'll just be here. Try not to cough. Чё, постарайся. И? I can distract him. Tell me when. I saw a pickpocket working the crowd upstairs. Just a second, ma'am. I'll contact the surveillance desk. Point him out to me. Ясно. Brooks, try it now. Checking the pressure pad. No alarms. Looks good. Ой, замечательно. Либо в том месте, либо в том, да? Я думал, надо будет в двух местах сразу взламывать. Повезло. Так, ну что, получается, тогда следующий будет эта золотая линия. Ну да, это будет точно золотая линия. Тогда надо как-нибудь, наверное, уже ближе туда подходить. А золотая линия, по-моему, у нас с стороны была. Да? А чё, жалко водички, что ли? Ну ладно. Кто это такой? Interesting. You're not mingling and you're not betting. What's your game? The name's Roland Quarn. The game, Commander Shepard, is hearts and minds. Care to elaborate? Most people in this casino are here for a good cause. Others are just here to be seen. Phonies, if you will. They have money they won't miss. Others, who are not myself, need it, so... honorable thing to do is part them from this money. So you're a con man. Con men leave their marks angry. Con artists leave them smiling. Угу. Ты у нас, получается, мошенник. Хорошо. Ну, что ты там, Брук, застряла? Получается, мне надо как-то здесь пройти. Здесь и камера, и охранники. Вообще замечательно. Двух охранников она отвлечь не сможет. Лиара, только одного. А что делать со вторым? Да нет, пока не надо отвлекать. Мы ждем, когда у нас там Брукс выйдет на связь. Да сколько же тебя ждать-то, ну, Брукс? В конце-то концов, совесть-то имей. Время-то тикает. Я тут с вами постою, ничего. Сольюсь, так сказать, с толпой. Не, не хочет. Не играть с тобой не буду. Hi, Elspeth Moraine. I'm running for Zakara Ward City Council. Are you a citizen here? I've had bad experiences with politicians. Who hasn't? That's why I'm running. I got sick of leaders with ties to Terra Firma or Cerberus or worse. Oh? The ward needs refugee facilities.
It needs security, it needs jobs, it needs everything. And hopefully, with a friend like Elijah Khan backing me, I can make it happen. Ну и замечательно. Нам-то чё уже? Брукс, выйди на связь. Застряла Брукс и не выходит на связь. Так, отсюда мы пришли. Камеры научились обходить. Охранников научились отвлекать. Юрист. I'll call you back. Potential client here. Enjoying the party? Like adrenaline in my heart. They're gonna have a fire breather on the bar later and shoot fireworks above the ward. Would fireworks even burn in a vacuum? It worked at New Year's. Whatever they did, it looked freaking nuclear. И? Все? Так, правила игры изучить. Руководство по игре. Это выплаты. Ну давай. И? Пять. 4. То есть она тут на удачу получается. Еще 4. Ближе к 20-ке, да? Блин, везде 4. Ага. Проиграл. Давай еще разок. Мне по идее надо 4. Во! Выиграл 500. Ага. Меняю, получается, ставочку. 8. Мне надо 7. 8 перебор. Ладно, это очень много времени займет. Осталось только понять, когда у нас там Брукс заговорит. Здесь то же самое все. Одни и те же самые аппараты, агрегаты. Во что я еще могу сыграть? Здесь я могу чем-нибудь сыграть? Здесь не могу. Так, выберите одного из 4 доступных варонов и сделайте ставку. Да? Окей. Get your bets in. 5 minutes, people. Так, а как выбрать другого варона? А, вот. Мышкой. Так, ну и... Ну, явно мы проиграем. Game over. Ладненько, давай еще разок. Так, давай тебя вот поставим. Ну, теперь опять я проиграю. За кого тут непонятно вообще играть? Туна Фишдог. Фишдог. Они тут все разные. Ну, давай один из 4 еще раз.
хоть раз-то надо выиграть, в конце-то концов. Совесть имейте. Опять проиграл. Ладно, не будет, это тут трата денег вообще. Полнейшая. Куриная сыть победила. Ну да, куриная сыть, это, конечно, крутая вещь. Правила изучить. Come on, Tiger Bite, bring it home. You got a lot riding on him? He's my boy. Picked him up at a shelter. Whoever let him go had no eye for racers. He can outrun anything he can't outfight, and outfight anything he can't outrun. What are the odds on him? Enough to pay for my kid's tuition. Чё надо кого поставить? So these hollows aren't just hollows, right? Real Varan are racing somewhere. Oh yeah, they set up a trap. Our pups eat. They bark. They need cleaning up. What's a pro racer eat? A special diet based on what they get in the wild, minus the radioactive crap. So what? Raw Krogan leg? Oh man, my dogs would love that. Kind of illegal though. Что-то я прошляпил, что он там говорил про какого-то. Ну, застрял я. Не хочу я ставить. Черт с ним, с этими скачками. Где Брукс? Выйди на связь в конце концов. Имей совесть уже. Сколько тут можно уже торчать-то, ну? Походу, перейдет на следующую серию. Ладно, дорогие друзья, продолжим тогда уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.